Сказать, что сегодня праздник, большой праздник, не только для участников фестиваля, которые сейчас прошли по этой красной дорожке, которые очень волнуются, но также для жителей этого замечательного, легендарного города ученых Дубны. Я вас поздравляю с этим праздником. Ну, конечно! Дорогие друзья, программа поддержки театров малых городов – это основная и очень важная миссия Театра нации. И мы очень горды, что участники, за 13 лет участники и лауреаты фестиваля очень повысили свой уровень. Они стали гастролировать не то, и по нашей стране, и за рубежом, стали участниками и лауреатами многих других фестивалей. И, честно говоря, конкурируют со знаменитыми столичными коллективами. В прошлом году мы впервые провели фестиваль в Московской области, в Красавице, в старейшем городе Коломне. И то, как нас приветствовали в этом городе, принимали, в том числе жители этого города, когда закрытие и открытие стало поистине настоящим праздником, праздником для всех, нас вдохновило на то, чтобы не оставлять Московскую область и провести здесь еще раз фестиваль уже в вашем городе. Не то, что не оставлять, это была инициатива
так скажем, местная, и мы с удовольствием на нее откликнулись, потому что здесь очень хорошо принимают. Вы потрясающие на самом деле люди и очень талантливые зрители. Хочу вам сказать спасибо, что вы сегодня здесь собрались, и вы вместе с нами. Спасибо. Дорогие друзья, этот фестиваль не только праздник, это серьезная работа, потому что участники фестиваля волнуются, это соревнование. Победитель фестиваля поедет в Москву и будет представлять свой спектакль на сцене Театра наций. Поэтому это сложная работа, это будут мастер-классы, не только праздник, но и будни. И я желаю участникам фестиваля успехов больших. И надеюсь, что жюри выберет серьезного, настоящего, достойного победителя этого фестиваля. Я хочу пригласить сейчас на эту сцену представителя Министерства культуры, потому что без поддержки Министерства культуры мы никогда в жизни бы не провели этот фестиваль. Мало того, мы действуем вместе, эта программа наша обоюдная, и я очень благодарен за эту поддержку. К сожалению, министр культуры не смог прилететь, но я очень рад, что нас сегодня приехал поддержать заместитель министра культуры России Журавский Александр Владимирович. От имени министра культуры Российской Федерации Владимира Ростиславовича Мединского этот замечательный форум, этот фестиваль, который действительно показывает удивительную миссию Театра нации. Это театр, который объединяет наше культурное многообразие, которое объединяет регионы с их самобытностью, с их новациями, с их традициями, который одновременно проводит мастер-классы, которые действительно важны регионам, которые передают лучшее и, наверное, где-то и лучшее заимствует. Я убежден, что в регионах открывается много из ценного с точки зрения культурного наследия и ценного с точки зрения новаций, которое мы все воспринимаем. Я совсем недавно был на одном круглом столе, где присутствовали театральные критики, и попросил сказать, кто же из них коренной москвич. Оказалось, что 3/4, если не больше, это были ребята и люди, которые выросли и рождались за пределами Москвы и МКАДа. Поэтому в регионах бьется сердце творческого человека, и мы надеемся, что этот фестиваль даст нам новые имена. Спасибо Театру наций, что он собирает на этой замечательной земле города Дубна. И спасибо коллегам из Московской области, что они принимают вас здесь. Спасибо. Я вас хочу спросить, стоя между двумя народными артистами, какое нам с вами желание загадать? Вот чем дольше будет пауза, Жень, тем больше мы будем слышать реплик про мост. Но знаете, для чего нужен мост? Мост нужен для того, чтобы была полная эта площадь и сквер. Тогда все придут на следующий фестиваль малых театров. Мы вчера открывали важное предприятие и привезли очень много руководителей федерального правительства. Это мой отчет перед жителями Дубны по поводу моста. И большую часть времени убеждали, что стратегически важно все-таки свободную экономическую зону город, берег левый, берег правый связать. Поверьте, мы делаем все, чтобы это состоялось. Но я знаю, что мы единодушно, вы помогаете, все 76 тысяч жителей города. Поэтому у нас точно все получится. Ну, конечно, это наши житейские проблемы, но мы всегда должны находить время в этой жизни думать, говорить о прекрасном, чувствовать прекрасное. И я очень дорожу своими отношениями с Евгением Мироновым и Театром наций, потому что я считаю, что они делают совершенно замечательные дела. А вообще история конкурса малых театров, она, по-моему, уходит десятилетия. Но жизнь в нее вдохнул Миронов. Если бы не он, никаких театров бы и таких фестивалей бы не было.
мы исходим из того и с вами знаем, что все великое, и олимпийские медали, и люди, которые прославляют нашу страну, они растут в наших дворах. Они самые одаренные актеры и артисты, они начинают с школьных театров, с городских театров. Да, пусть сегодня эта дорожка может быть не освещена софитами, нам светит солнце. Но я точно знаю, что благодаря вам, молодым талантам, уже состоявшимся, Россия всегда будет удивлять мир выдающимися артистами и актерами. Поэтому мы вносим свою лепту. Мне очень приятно, что в прошлом году в Коломне, а в этом году здесь, в нашем великолепном Наукограде, мы сможем целую неделю наблюдать, смотреть, соревноваться, переживать. Ну а жители, я уверен, найдут время и интерес посетить сцены нашего театра. Спасибо тебе, Евгений Витальевич. Очень приятно, что легендарный Костолевский сегодня с нами в роли президента жюри. Учитывая то, что высокая культура сегодня в Дубне, нам осталось только одно – думать о хозяйстве с главой города, с руководителем администрации и сделать так, чтобы каждый день чувствовали хоть немножко, но перемены в нашем Подмосковье. Спасибо вам.